к другим темам. Независимые эксперты назвали опасными 23 марки питьевой воды для кулеров. Исследование живительной влаги провели специалисты Росконтроля. В черный список попали такие популярные в Саратове марки, как «Кубай», «Архыз» и «Пилигрим». В 19-литровых бутылях для кулеров «Пилигрим» эксперты обнаружили следы обработки воды или тары хлором. В емкостях с «Кубаем» найдено количество микробов, превышающее норму более чем в 1,5 раза. А в «Архизе», по данным независимых исследований, содержится синегнойная палочка. Это микроорганизм, вызывающий гнойные поражения тканей. Степень опасности максимальная.